Здравствуйте, меня зовут Аня, я являюсь студенткой 4-го курса филологического факультета Одинцовского гуманитарного института. И сегодня я хотела бы вам рассказать о своем хобби. Это студенческий театр, и вот это местоположение этого театра. И попрошу пройти туда. Это гимназия, это одна из самых лучших школ в Российской Федерации. И теперь попрошу продвинуться. Всем привет! Меня зовут Бражник Катя, и я студентка 4-го курса филологического факультета. Я так же, как и Таня, занимаюсь студенческим театре. И это наша сцена, вы можете посмотреть. Здесь мы занимаемся, и здесь проходит наша репетиция. Теперь вы можете увидеть наш зал. Это наш зал, куда приходят наши гости смотреть на наши спектакли. А сейчас вы можете увидеть нашу труппу. Это ребята, с которыми мы занимаемся. Ребята, скажите привет. Да, мы здесь занимаемся, у нас очень дружный коллектив. Мы любим заниматься этим. Мы можем здесь воплощать свои все идеи. Здесь собираются творческие люди. И это самое главное, это наш второй дом, куда мы всегда хотим. Сейчас мы находимся в гримерной нашей театр-студии. И здесь вы можете увидеть костюмы, которые шили специально для наших спектаклей, вот для спектакля «На грани добра и зла». Тут, правда, не очень видно, вот разные костюмы. Для каждого индивидуально шили костюмы. Здесь для жестоких игр, вот видите, здесь просто ничего не видно, но вот очень много-много у нас разных костюмов. Но также у нас есть реквизиты. Реквизиты находятся справа. Давайте подойдем, посмотрим.